там приехали, и мы на Тенерифе, и мы в Сиам-парке Тенерифе. Вот, Сиам-парк это такой water-парк. Поворачиваем. Вот. Красота. Видно все. И еще там ведро, бачите? Оно наполняется водой, и потом оно уже вагнется вниз с очень многостью воды. Перед тем, как я начал камеру, оно багнулось, так что на камеру я не засниму баба. Ну вот, тут такой вот water-парк. Вот. Я уже включу камеру, когда я буду уже на следующем аттракционе. Это продолжение, я уже на другой горке, я ее так вам не покажу, потому что это только я покажу вход, сейчас покажу вам. Вот этот вход, тут бери свою штучку, но мы идем на эту горочку крутую. Она высокая. Вот, так что... Крутая горочка. Мне она очень нравится, потому что она высокая. Вот, просто говорю так тихо, не знаю, чего услышали, но я не хочу, чтобы другой кто-то услышал это. Не хочу говорить, кто. Вот крутая такая горочка. Включу камеру, когда уже буду на следующей. Это продолжение, и мы на другой горке. Я уже съехала с нее, она очень... Это лава крутая, это красный, самый опасный. Тут еще есть такой вот, непонятно, чей-то дракон, либо какой-то ев-дракон. Там Соник. Тут сама горка. Вот. Включу камеру, когда буду на следующей. Это продолжение, я уже пересела на пьязок. Я не знаю, но это уже последняя локация, но... Тут намного больше локаций. Я рекомендую сюда идти. Это очень крутое место. Я уже больше половины прошел. Просто я там забываю снять видео. Ну, продолжить видео, точнее. Я сейчас... Я первый раз так делаю. Может быть, ничего не так пойдет, но... Я сейчас делаю такие, когда я кончаю, я ставлю, выключаю саму камеру, потом попробую это сам все вместе приделать. Там, где я привет сказал, пока, как и тут, где я и здесь это сделаю. И я сейчас показываю вам этот пьязг, я совсем забыл. Вот этот пьязг. Еще по дорожке. Дойду до воды. Вот. Идем. Это настоящий песок, а то не настоящая вода. Это из бассейна. Это просто они добавили такую атмосферу, как в море. Но вода это как его? Бассейная. Вот. Я не могу снимать в горках, потому что камера намочится. Когда она намочится, она сломается. Когда сломается, то мое видео закончится. А если оно не... Без возврата оно кончится. Так что вот что я... Вот. Я не смогу все монтировать. Вот. Так что... Я не смогу ничего делать, так что... Вот и что происходит. Так что на этом мы будем с вами прощаться. Всем удачи, всем пока-пока.